Все мое почтение, друзья, сегодня 9 апреля 2022 года, и в России произошел такой вот случай. YouTube заблокировал канал Дума ТВ, который принадлежит Государственной Думе Российской Федерации, который имел почти 150 тысяч подписчиков. И в этом свете Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявила, что если такие случаи будут повторяться или не восстановится этот канал, Россия будет рассматривать возможность блокировки видеохостинга YouTube в России. А как вы считаете, после таких заявлений YouTube разблокирует канал Дума ТВ или все-таки не даст заднюю? Напишите в комментариях ваше мнение. Я лично считаю, что после таких притеснений YouTube в России сам YouTube должен покинуть Россию и избавить себя от оскорблений с Российской Федерацией. Это мое такое мнение, а ваше такое мнение? Напишите в комментариях.